Эдуард Васанов. Солдат. Меж тиснутых пальцев солома желтела, поодаль валялся пустой автомат. Лежал на задворках отцовского дома осколком гранаты убитый солдат. Бойцы говорили, не то совпадение, не то человеку уж так повезло, что ранний зарыв в полосе наступления гвардеец увидел родное село. Чье сердце не дрогнет при виде знакомой, до боли, до спазма родной страны. И тяжесть становится вдруг невесомой, и разом спадает усталость войны. Что значили парню теперь километры? Ждала его встреча с семьей на войне. В лицо ему дули родимые ветры, и, кажется, сил прибавлялось вдвойне. Но нет, не сбылось. Громыхнула граната, капризен солдатской судьбы произвол. 2000 верст прошагал он до хаты. А 20 шагов не сумел, не дошел. Меж стиснутых пальцев солома желтела. Поодаль валялся пустой автомат. Недвижно навеки уснувшее тело, но все еще грозен убитый солдат. И чудилось, должен в далеком Берлине солдат побывать. И как прежде в бою он будет сражаться, бессмертный отныне. Бок о бок с друзьями шагая в строю. За мысли такие бойцов не судите. Пускай он в Берлине ногой не ступал, но в список победных его помяните. Солдат эту почесть в боях заслужил.